Проект стремительно развивался, и этому способствовало сразу несколько знаменательных событий. В 2013 году состоялся запуск мобильного приложения. Наступление самого главного события весны 2014 года Паралимпийских игр в Сочи карта доступности отметила особенно. За 100 дней до старта игр была запущена акция «My Hero» с участием топ-модели и посла Сочи-2014 Натальи Водяновой. Акция получила широкий отклик участников проекта. За 2 недели на карте доступности была опубликована информация о более 600 объектах. 16 сентября этого года стартовал очередной спецпроект «Принимай паралимпийскую эстафету», в рамках которого впервые будут оцениваться творческие способности пользователей. Победители получат факел эстафеты паралимпийского огня Сочи-2014 и приз от компании-спонсора. Для того, чтобы стать участником конкурса до 5 декабря, необходимо добавить на карту информацию о доступных для людей с инвалидностью объектах. Сделать это можно как непосредственно на сайте, так и через специальное мобильное приложение «Карта доступности». Приложение предоставлено в Samsung Apps и Google Play. Подробную информацию о проекте можно прочитать на сайте картадоступности.ру.